вот отсюда, с этой улочки. Но это еще не та, по которой мы будем идти. Вот видны башни чамские. Вон туда нам двигать. Видимо, здесь еще вот два района, вывески висят, что это, куда дорога направляется. Подержи. Педикюром занимаются. Вот стройка идет. Бородобреи, стригуны, каждый занят своей работой. Кто строит, кто ремонтирует. Китайские граждане едут отдыхать. Виднеются Панагара. Может, по той бы улице мы прошли, здесь бы выйти можно было. Но идем не обходными путями, а главной дорогой. Магазинчик. Может быть, ателье. Где песчаная, где гравийная, где от бетона отколотая. Заскакивает в обувь.
Где же мы мимо того винограда проходили? Наверное, где-то раньше, потому что вот эти вот дыры в асфальте были. Маринки чистят. Это вот плоды хлебного дерева. Джекфрута. Довольно тяжелый. Дурианы лежат. Это маринки. Можно? Можно? Давай попробуем. Он зеленый, он не спелый. Ага, ну тогда клади. А спелые они сухие должны быть. Что? Вяжущий. Вяжущий? Ну, клади. Спасибо. Когда они тамаринды высохшие, они как тамаринды. Они как финики такие. Так, здесь мы... Лимон. Это два. Да? Смотри. Какие-то ягоды прям как облепиха усеивают дерево. Здесь на этом пути мы... Вначале, когда шли, ну, показали нам, что по 20 папайя, 20 драгонфрута. Что-то ругается, что-то не нравится. Пойдем, а то сейчас разбушуется тетенька. Иначе салон красоты. Миса. Вот таких работниц швейных мастерских маленьких очень много. Где-то мы по одной из улиц шли. И прям сплошь швейные машинки. Подшивают, ремонтируют. Может, и пошивом занимаются, но видели, что подшивали брюки, рукава. Ну, видно. Ценой интересовались, а купить не купили. Видишь, как сердится. Ребятишки. Ну, все. Выходим. Выходим на улицу. Пойдем, будете спросим. Так, тихонько. Такие булки продаются тут, выпечка. Бисквиты, булки папаротти, печеньки, заварнушечки. И разная сдоба. Торты разные. Небольшой ассортимент, но тем не менее есть. Не знаю,
остатки крема. Какой день написано? Happy birthday. Именинные тоже. Именинный торт. 30К. 35К. Это зомби, да? Так, ну все. Идти нам в сторону. Идти нам направо, в сторону храмов. Ну, уже включимся там.